Ифтар для скорой помощи прошел в Дагестане. Акцию организовали координатор проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Зумруд Бучаева, Общероссийский народный фронт и активисты «Молодой гвардии». Таким образом, поддержав медицинских работников, которые находятся на выездах в свой профессиональный праздник. Стартовала акция в Дагестанском центре медицины «Катастроф». Волонтеры вручили продуктовые наборы для разговения дежурным бригадам скорой помощи. Затем был организован праздничный ифтар для сотрудников подстанции «Лазурь». Я вот знаю, что все, кто здесь находится в этом зале, они все люди, которые видят себя в системе здравоохранения, именно в управленческой части. Я думаю, что мы все же сможем изменить ситуацию в республике.